Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан. Мы продолжаем играть в Battlefield 4, будем прокачивать, как я говорил уже, гранатки. Гранатки будем прокачивать. Так, о, я могу здесь поесть. О, нормально. Нормально. Так, кто ты? Ты сзади подошел. Это нечестно, сзаду подошел. Ой, как их сколько много. Ну ничего. Сейчас мы, ребята, вам прокачаем гранаты. Мне только надо вспомнить, на какую. На пятерочку, по-моему, да? Гранаты на пятерочку. Так. Бабах. Отойди ты. О, все нормально. Нормально. А, что, у меня нету этих самых, что ли? Подождите, как? У меня нету. Ладно. Это... Опять сзаду подошел. Да ты что будешь делать, а? Что ты делаешь-то? А может быть... О! Может быть, поддержку? У него же есть это. Ну-ка, давайте. Так, у него, во-первых, есть взрывчатая. Дистанционный миномет. Это да. Взрывчатка. Вот у него вот эта вот классная стрельба. Давайте вот эту возьмем. Боеприпасы будут эти. Пулемет вот тайп. Мне вот он мне нравится. Так. Кстати, следующий скоро можно будет прокачать. И гранатку возьмем обычную. Обычную возьмем гранатку. Давайте попробуем за поддержку. Опа. Вот тетя пулемет. Так. Давайте еще гранаты поприкидываем гранаты. Оп. Я закинул. Опа! Видите, убило гранаткой. Теперь вот это что-то касается вот этого. Ай, что касается вот этого. Что касается вот этого. Давай, появляйся. Это побыстрее. Сразу гранатку. Ну, плохо, что гранат мало. Да. Плохо, что... Ой-ой. Чего там? Где вот там? Ай-яй. Чего там, что ли? Алло. Мужики, я кинул вам гранату. Ловите, давайте. Бо-бо. Не долетело. Надо сейчас посмотреть... А, чекнуть хочу. А, сколько осталось до следующей гранаты? А вот, видите, вот она, зажигать. А, ребята, скоро зажигательная будет. Я буду счастлив, да я не знаю. Потом дымовая. А какая, интересно, покачается? Что-то я не понял. Любая, что ли? Вот световая, сигнальная. Ну, сигнальная ракетка, ну, главное, зажигательная сейчас. Ребята, осталось немного. Слушайте, прокачать гранаты. Это просто очень круто. Опа, ну-ка, давайте. Опа, взорвалась. Взорвалась. Поднимаемся. И осталось, вы помнили, вот смотрите, 1100, да? 1100 было, до 1300, по-моему, да? Сейчас смотрим. Я вот одного убил гранаты. Сколько осталось? Подожди, 1200, 1500. А, 1500 надо, 1200. То есть по 100 за каждого, что ли? Да я мы сейчас это быстренько их. Или подожди, ну-ка, подождите, что-то я не понял. Стоп. А, вот по-разному. То она заглючила. Здесь 3000 надо, здесь 2.
Вот, все. Он там до этого заглючил. В общем, 300 надо, 300 осталось. Так, ребята, даваем. А, давайте сюда вот. Оп. Так, где? В середину гранату кому-то кинуть надо. Кому-то в середину гранату надо кинуть. Опа. Давайте. Но, граната, давай, взрывайся. Она взорвалась? Такая, тишина. Мне вот только зажигательно. Мне, потому что я говорю, что я прокачиваюсь на, в основном на... Давайте. Опа. Да, я гранату, мужик. Если бы я не отвлекся, я б тебя за это самого, заубил по тебе. Еще несколько бросков, грубо говоря, гранаты, и все, я на зажигательный могу остановиться, потому что дымовая там, ослепительная, это прикольно, конечно, но зажигательная, именно ее кидать на, а вот на взаперти, в метро, где запрещены гранаты вообще, а зажигательная нормально. Ты мой доктор? Это хорошо, мужик. Ты мой доктор. Опа, ну-ка, еще. Одного, давайте. Круто. Ребята, а есть еще гранатка? А дайте мне это, патроны. Патроны дайте, ребят. Тьфу ты. Я ж сам себе патроны могу дать. Я ж что торможу-то? Дайте я патроны. Дайте мне патроны. Да как же это патроны-то не даете-то, а? Лампочка. Лампочку мне не надо. Не дайте гранату-то, Да что ж такое? А, фу, торможу, на R надо нажимать. Ну, давайте. Нет. Вот, ну-ка, наверное. Да что ж ты ждёт-то? Ну. Да что ж ты будешь делать-то? Да я с этими гранатами чувствую сейчас. Далеко не уеду. Че нам берется граната-то? Ну вот же мешок, да? Че граната из... Из мешка-то не берется с патрон, с боеприпасами-то. Че он такая тормозная-то? Мне еще осталось, по-моему, одного или двух убить. А, ну-ка, давай его. Ну. Я не знаю, взорвалась или нет. Мне еще одного человечка гранаты убить. Давайте посмотрим, сколько осталось. Ну, одного или двух, по-моему. Давай, родимый. Где они там? Опа. Ну, давай. Чё, не рвануло? Так. Осколочный, понял. У меня граната не заряжается, ты понимаешь, мужик? Вот смотрите, вот она, да? Я бегу, наверное, нажимаю. И ничего. Пока я брал гранату, меня убили. Ладно. В общем, как-то оно не очень из сумки этой берет гранаты. Ну ладно. Так, и что, у нас все захватили, что ли? Подождите. Как-то у нас тут все позахватывали. Вот давайте, ребята, того.
Ты, говорит, того. Чего того? Так. Да цель, браво, я понял, что мы потеряли. Но, граната, давай. Е-е-е. Ну, в общем-то, она... В общем-то, она не взорвала никого. Ребята, я с пулемета бы, если бы я гранатой не отвлекался на прокачку гранат, я бы вас тут это самое. Вы бы у меня полегли здесь. Так, ну сколько там осталось, но... А, столько уже осталось, странно. Че ж она не берется-то? Так. Ничего, еще одного-двух убить. Еще одного-двух убить и все. Так. Опа. Но, давайте, идите, там граната, идите. На. Сейчас, подождите, я приду. Может взять маленькие гранаты, там их вроде типа больше дают. Я что-то тогда не заметил вообще, что больше дают, меньше. Но, я же кинул, по-моему, кинул, нет. А-а-а. Как тяжело гранаты прокачивать. Как тяжело. А, ну-ка. Я ж там их куча было, ребят. Вот их просто... Давайте возьмем, там, наверное, может, две гранаты надо. Давайте возьмем, посмотрим. Берем вот это вот. Типа их больше, да? Ну давайте посмотрим. Ну, я уже здесь не могу, уже не могу это самое. Одна граната, о чем вы говорите-то? Ну давайте сумку, может, типа и сумки я сейчас возьму еще вторую, да? Берется вторая, ничего подобного. Ладно. Поговорили, больше гранат можно взять. Ребята, давайте я вас поддержу гранатами. Давайте. Вот посюда. И как-нибудь наверх. И... Давай. А. Так, вот патроны. Гранату бери. Вот, ребят, чего он там не берет гранату? Ну, смотрите, я вот у ящика стою. С патронами. Нет, это вот ящик с патронами. Ну, он берет гранату. Ни в какую. Вот ни в какую не берет он. А вот сейчас вот взял. Это жесть просто. В общем, оно как-то подглючивает, видимо. Но, гранатка, давай. Я ж кинул. А, берем сейчас нормальную гранату, которая нормально взрывается. Вот это. Так. Идем сюда. Идем туда. Мне кинуть несколько раз и все. Видите, как, если я не отвлекаюсь на эти гранаты. Да что ж ты перезаряжаешь? Я же гранату хотел взять из рюкзака. Да едешь ты на. Эх. Так, ладно. Ладно. Пойдем. Покуда? Посюда, покуда пошел, ну ладно. А-а-а. Ну, убил кого-нибудь гранатой? Никого.
Вот буквально одного-двух убить, и я успокоюсь насчет гранат. У меня будет зажигательная граната. Она будет зажигать. Зажигай, зажигай гранату. А, ничего не видать. О, я же кого-то задел, смотрите. А, не нравится пулеметчик. Пулеметчик не нравится, да? Не нравится. Может, я гранат все-таки подберу здесь. Да что-то перезаряжаться начал. Не, ну правильно, он начал перезаряжаться. Время боя. Давай гранату, бери ты. Ты! Тормоз, бери гранату. Бери гранату, тебе говорю. Да что ж ты? Бери гранату, говорю. На тебе еще ящик, тебе если нравится. Бери гранату. Тебе приказываю. Ты. Жесть какая, а. Это жесть. Не берет он гранату. Не, патроны нормально заряжают. Гранату. Может, там какие-то ограничения на само. О, еще суточка осталось. Еще суточка осталось. Еще суточка осталось. Там, наверное, ограничение, что типа ты взял гранату из рюкзака, да? Еще очень быстро, типа, нельзя. Так вот много гранат брать нельзя, да? Окей. Дайте мне. Я кину гранатку тоже свою. Ну-ка, давай, 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 давай. Не-не-не-не. Давайте я патрону. Может, я. Вот она не берет, слышишь? Видите, ребята? Видимо, есть какое-то время. Действительно, на взятие гранат, видимо, чтобы постоянно гранаты что ли кидали. Не знаю. Ну вот мои патроны. О, гранату взял одну. Ну да, есть какая-то. Да дайте мне кинуть-то гранату, а. Ну-ка. О! Задел. О, ес, ес, зажигательная граната. Я как, вы представляете, как я долго ждал этого. Ну все, теперь я могу прокачиваться хорошо на тех картах, где запрещены эти. Вот эти вот зажигательные, вот видите, вот она зажигательная, так круто, круто, круто просто. Все, теперь пулеметчик свободен от этого. А то, что, в общем, прокачиваться гранатой. Так, ну, давайте, давайте, давайте. А, я теперь же могу вот это вот. Я теперь могу вот этим. О, я вот это могу прокачиваться, круто. Давайте, выходите. Теперь мы. Что нам дальше прокачивать? Теперь мы будем прокачивать. Баба! Вот у нас зажигательный прилетел. О, сейчас наберем зажигательных. Они, знаете, чем еще хороши? Они горят, и вообще не видишь. Не видишь ничего. Вот она. Вот она, родимая. Зажигательная. Всем зажигательные даем. Всем зажигательные. Все. А кого прокачивать? Кого прокачивать? Я не знаю. Так, давайте посмотрим. Ну, что здесь осталось?
Можно у этого, вот этого давайте прокачаем. Давайте прокачаем. Ну и автоматик прокачаем, и этот. Вот эту взрывалочку. Подствольник, то есть. А подствольник что прокачивает дальше, интересно? А, подствольник прокачивает ветку там, где, ну, домовая, там все все такое. Так, ну время у нас подошло к концу. Мы прокачали эту снайперскую гранату, хотел сказать. Зажигательную гранату. Следующее, знаете, вот так, ну это вот, я понял, вот это вот дальше будет штурмовая винтовка. А это прокачивает вот это. Следующее. Что интересно, следующее открывается. В общем, что-то тут непонятно, что прокачивает. А нет, 150, 88. Как-то она это по-разному. Ну, нормально. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.